утилизирует сюда мусор. Он сэкономил на вот этом мусоре миллионы рублей. На полигон мусор не вывозит, а складирует прямо на строительной площадке. Возмущается Александр Приходько поведением своего соседа. Бизнесмен Сергей Сухоруких своими застройками наносит ущерб природным ресурсам. Строительные отходы перекрыли ручей, который ранее впадал в Обь, говорит мужчина. Сейчас это болото стоять будет здесь. Смотрите, вот это все затопит. Полчища комаров, змеи и все прочее. Вот эти соседи, они в пожилом возрасте, они вынуждены были продать вот этот сад. Потому что невозможно дышать. А еще утверждает пенсионер, что Сухоруких незаконно захватил берег Оби и приговорил его дом к разрушению. Он срезает вот этот грунт, подкапывая меня. Теперь он вот это все плохо закрепил, и земля начинает сползать. Связываться с Сергеем Сухоруких не пришлось. Бизнесмен подъехал сам. Я не хочу с вами разговаривать. Я уже сказал вам, вы неприятный человек, вы все время обманываете. По словам Сергея Сухоруких, он ничего не нарушает, а лишь благоустраивает частную территорию, где в будущем построят дом. На сегодняшний день ни одной ко мне инстанции, значит, на протяжении 10 лет, которые проверяли это все, незаконных действий не обнаружено. После разговора мы продолжили съемку, и когда хотели уехать из садоводства, обнаружили, что предприниматель закрыл ворота на ключ. Мы оказались в ловушке. Сергей Сухоруких заблокировал нам выезд, а между тем это воспрепятствование журналистской деятельности. За это грозит уголовная ответственность. Я жду, где здесь будет вывеска, что это частная собственность, и номер этого участка. Тогда хорошо, я не заеду сюда. Не-не-не, я вас сюда не удерживаю. Да я не могу ключи найти, представляете? Я поехал. После трехчасового плена, благодаря правоохранителям, нам удалось выбраться и уехать. Мы написали заявление по факту незаконного удержания, а также направили запрос в Министерство природных ресурсов края с просьбой провести проверку и выяснить, наносят ли строительные работы вред природе. Также мы запросили комментарий у Росреестра по поводу реальных границ земельных участков Сергея Сухоруких. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.